Эстафетой тапшырабыз Радик Ефремовка. Радик Ефремов. Урмана, да, Ефремов? Самую желанную
Занимались во всяком случае. Но для меня было какое-то открытие, даже некоторые певцы, которых я не слушал. Потом те, которые пели в том конкурсе предварительном. Сейчас они гораздо лучше, да, постарались. И чистенько спели. Главное, вот комплекс надо подойти к этому. Вот выступали, фамилию сейчас не буду говорить, красивые ноги от плеча, как говорят, шеи, что ли, и прекрасным голосом. Но идет во время пения, исполняет какой-то есть жизнь на сцене, а потом во время проигрыша человек отключается совершенно, пустое лицо становится. Имеется в виду комплекс. Вот мне очень понравились номера. Вот, пожалуйста, Гальбанова спели. Старались людей сделать сценическим, потому что как зримую песню сделать, так и надо сделать. Но потом ваши педагоги или мы даже скажем, у кого какие были недостатки или плюсы, об этом скажем. Конечно, заниматься нужно обязательно. Вот наше руководство говорит, что начало только с Анной Васильевной было. И в следующий раз, в следующем году, в следующем году, через несколько месяцев будет уже, у нас, наверное, будет, не наверное, а точно, большой конкурс народной песни, куда мы будем приглашать разных регионов. Для меня было очень приятно слышать сегодня певца из Башкирии, Кинья Гулов, его прекрасный отец, он у нас на этом он из Башкирии, из далекой Башкирии. Его отец прекрасный совершенно.